карьера. Ваша контора занимается разводами? Да, уже 17 лет. А вы вообще о чем думали, когда снимали офис напротив свадебного агентства? Это конфликт интересов. Люди приходят к нам, чтобы устроить долгую, счастливую жизнь. И первое, что они видят, это бюро к разводам. Истерично! На! Понятно? Кукиш тебе с маслом, все заберу. И собаку, и все остальное. Большинство клиентов покидает мой офис гораздо более счастливыми, чем ваш. Нет, я с этим и так уже затянула. Или, как я сказал, или никакой свадьбы не будет. Познакомься, это мой идеальный мужчина. Приятно познакомиться. Он же жених твоей начальницы, Ась. Я не знала об этом. Пожалуйста, давай просто забудем эту ночь. В телесериале «Свадьбы и разводы» с 14 февраля на телеканале «Новый мир».